Всем здорова, реакция, кайсер-котки, это Five Nights at Hellpot 2, продолжаем мы с вами его проходить. В общем, у меня сейчас идет дождь, поэтому иногда... и окно открыто, поэтому иногда будут фоновые звуки, там страшные звуки всякие, грохот, все это дело, или просто шум какой-то будет странный. Это, если что, у меня дождь и окно открыто. Вот. А еще очень прикольная атмосфера, неплохая такая, да, получилась? Не знаю, мне нравится, красиво выглядит. В общем, ребята... В общем, будем проходить Hellpoint 2, продолжать. Все-таки я решился, я подумал, что поснимаю хотя бы как минимум видео 6-7. Ну, минимум 6 видео поснимаю по Hellpoint 2. Просто я хотел закончить уже на 3 видео по нему, потому что там слишком много левелов. Мне, конечно, очень интересно, но если мне интересно, то я, наверное, пойду лучше в соло. Не знаю, просто я не думаю, что вам будет нравиться, если я сейчас выложу, буду выкладывать 23 видео по Hellpoint. Не, ну вы напишите. Просто я подозреваю, ну, вам не понравится, мне кажется, если я буду выкладывать 23 аж видео по Hellpoint. Вот. Поэтому я сделаю минимум хотя бы 6-7 видео, а так дальше посмотрим, что получится. Что-то как-то игра как-то ха-ха-ха немножко. Так, вроде все. В общем, что мы с вами получили? Мы с вами получали вот такую вот хернюшку. Вот такую, которую я не могу взять, потому что мне лагает. Вот такая вот хернюшка, да хватит лагать-то. Ебучика стрёмная. Погоди. Т, Торов, это чё? Т это броси, да? Ага, окей. Да хватит лагать-то, ты чё? Так, ладно. Я просто хотел посмотреть, как выглядит заяц. Блин, здесь стрёмная, слушайте. Окей. Так, а здесь у нас ничего, да? Здесь у нас ничего. Да ты перестань. Ну что это за security breach-то опять? Сивал Студиос, я недоволен опять игрой. А я не понимаю, почему. Вот чё он опять лагает каждый шаг? Что это за херня? Вот здесь есть какая-то интересная херня. Да... Блять. Также еще сказали, что здесь будут концовки разные. Вот. Пока мы это с вами не видели. Тут у нас есть Фредди. Херня, повар, который, я не знаю, солнце. Ну, став бот вроде, типа того, да? И свинья, короче. Как она тоже называется, я не помню, я не знаю. В общем, погнали, а то пока у нас комп не сгорел уже. В чем мы с вами играли? Бэкстейдж мы с вами еще не играли. Давайте попробуем. Значит, что у меня в планах? У меня в планах, короче, попробовать очень много монтировать видео так, чтобы, короче, влезло игл и игл. Влезло игр 3-4 целых. Разных игр именно. Вот. Так что я постараюсь что-нибудь придумаю. Вот, надеюсь, что вам понравится данное видео. Так что, блин, пит чипите. Ага, очки надевать надо будет. Красить, короче, очки надевать и... И менять, я так понимаю. Так, по последовательности, я не знаю, короче. Ладно, погнали. Неужели это будет опять игра на время? Ненавижу вот игры на время, прям вообще ненавижу. Фу. Это постоянно ты волнуешься, переживаешь, постоянно у тебя голова болит. О, Рокси. Это что связано с Рокси у нас, да, с вами? Это у нас цвет макияжа, или что это? Я не знаю, я не разбираюсь. Ладно, рейди, короче, я все равно ничего не понимаю. О-о-о-о. Бляха-муха. Ну, конечно, время пойдет. Оп, там сверкнуло, да, там сверкнуло в заднем фоне, походу, у меня. Я говорю, у меня сверкает. Так, кисточка, да? А вообще без разницы какая, да, ведь? Нет, разница есть, разница есть. А чё так много всего, ничего не понимаю. Так, нам нужна, короче, Чика, вот это вот. И... Брови. Вот так, что ли? Ну, там показано, что так. Да ты тварь! Эй, так нечестно. Так, дальше вот это. Вот это. А, стоп, я же не показано каким светом. Погоди, надо обратно, да, обратно. Вот так вот тогда, потому что здесь не пока... А в смысле? Она не меня... Я ненавижу SteelWall Studios. Я ненавижу SteelWall Studios, это позор. Понятно, короче. Перестань. Усы ему надо, короче. Все. Я реально правильно сделал? Я успел под последнюю секунду? Серьезно? Хорош. Смотрите, что нам надо, получается. А где киста? А кисточка-то где? А вот, а что он там делает? Так, ладно, смотрите, что нам надо, короче. Нам нужна вот это. И вот так вот. Оп. Оп.
Нет, не так, да ё-моё. Нам вот так вот надо. Вот, другое дело. Дальше надо, короче... Уходи. А нет, не уходи, погоди, приди. Нам нужно теперь, короче, смотри, что. Вы видите это? Видите, чел там стоит, там аниматрик стоит. Погоди, погоди, стой, ты чё? Это... А мне конец. А, это недовольные покупатели. Это недовольные покупатели. А время, а я не успею за такое маленькое время, ты чё? А я не успею за такое маленькое время. Так, ладно. А какой это цвет? Я не разбираюсь, ладно, вот это. Блин, это сложно. Это сложнее, чем я думал. Нужен, короче, галстук. Где галстук? Она переворачивается, ну вы чё гоните, что ли? В смысле? Держи. Время поджимает. Вот это. Опять сверкнул у меня там. Смотрите, Дима, как сверкает. Я не успел. Последней штуки мне хватило. Быть спокойным. У меня там на заднем фоне сверкает, но будете смотреть за тем, как сверкает. Я могу вот так вот сделать, и тогда у вас будет видно, как сверкает, но тогда я буду темным. Но так что придется как-то вот так вот. Можно вот так вот настроить, во, вот так будет лучше. Не, ретро я не буду себя пизду. Не мое это, ну блин. А сколько там надо? Там хотя бы одного надо было правильно сделать или что? Потому что я никого не сделал вообще. Ладно, мне и это нравится. Идем дальше. Фудпреп. Возможно, я в соло пойду проходить, я не знаю. Либо я поснимаю что-то, я хз. Пицца. Походу, сегодня будем готовить пиццу, ребята. Make pizza. Ага, понятно. Я, короче, разберемся. Мы уже не раз разбирались в этой игруле. Все узнаем, все увидим, все поймем. Ой, опять вот это вот, да? Вот где я еще орал? Где вот эти вот твари? Они... Я все правильно делал, они, короче... Ой. Ой, чё, пинг? Pizza. А я знаю, я узнал голос. Почему звук такой... Чика, там это, там кексик. Я видел кексик. What the fuck? What the fuck? И пицца нужна. Пицца, а звук-то слева? Чё? А где я возьму тебе эту пиццу? А, вот тесто, типа, да? Нифига... Себе... Бо, как это? Я знаю, что надо, наверное, ускориться, но мне страшно, я поэтому не могу, не успеваю ничего, это колбаса. Вроде все, берем так, и вроде готово. Я очень надеюсь, что это правильно, как? Чего? Так, не, идем дальше. Походу, в этой серии мы просто рассмотрим каждые игры, я не знаю. Просто рассмотрим каждый игры, поймем, что к чему. Вот, да. Вот здесь что-то, кстати, еще открылось сразу, моментально. Но у нас при этом есть вот это. Погоди, а это первое мы что? Это мы Фредди. Потом мы этого. Здесь мы еще раз этого. А это что? Ну-ка, давай в это зайдем. Ну-ка. Что это у нас такое? Мы готовить будем? Да, мы, походу, коктейли готовить будем. Походу будем готовить какие-то коктейли, я не знаю. Давай посмотрим. Нет времени, да? Нам вроде ничего не объясняют. Подпиши, нажми здесь, чтобы, короче, это, начать работу. Новая работа. Используй контейнер, чтобы собирать ингредиенты. Делай физифаз. Какое время? Так, а что? А кого? Это что? Это что за кнопки? Сугар. Нужно, короче, вот это. Не понял. Чего, блин? Сугар, это сюда. Кофеян. Вот это вот, кофеян.
Place in delivery unit. Press smile button. Куда? If error mistake, press trash button. Dump bad ingredients down drain. Куда? This is both a waste of company time and money. Be warned. Что это за кнопка? Что это? Я не понимаю. Да погоди, я даже не понимаю, что, типа, вот. А, это вот это отправить надо, да, вот нажимать на это, а это что, сгореть, типа? Это надо, типа, удалить, сгореть. Это означает, типа, удалить. Вот это вот, смотрите, оп, оп, берешь, оп, оп, и... Все, да, ну, ничего сложного не делать, хотя вот это что за кнопка? Вот это что? А, типа, то, чего не хватает? Чего? Что происходит? Так, ладно, а, быстро, сугар, ацет, сугар, ацет, типа, сахар и лимон, да? Или апельсин, что это, я не знаю, ладно. Мы отправляем. Окей, пока вроде что-то понятно, даже нет времени. Ну, кроме этого, ну, тут, что тут время, это даже не за время, это даже вообще изи, все равно. Кофе, ацет, это сюда, оп, все. А вот это что? А, вот здесь показывают что-то. Зачем? А что? Сугар. А что я делаю вообще? Я могу здесь проиграть как-то или чего? Сугар. Кофе. Марионетка. Здорово. Чё, блядь? Same time tomorrow. Лету, возвращайся. А, все, блядь! Это что? Да так это же очень легко. Что за звуки? Блин, хотя знаете, вот интересно играть. Вот я всегда говорю то, что типа не, я больше не буду в это играть. Вот. А потом либо игра интересно попадается, что это? Либо, короче. Какие-то звуки, знаете, такие здесь есть, как будто я сейчас к сюжету приближаюсь. Да что за звуки у меня? У меня грохот сейчас, молнии. Не, давайте все-таки я себя осветлю, мне не нравится. Давайте все-таки вот так вот, да, вот так лучше будет. У нас получается, погодите. Это пиццерия, типа этот? Да, это пиццерия симуля... До меня только сейчас дошло. Знаете, почему до меня только сейчас дошло? Где я? А где? Да где? До меня дошло только сейчас, потому что... Только если я найду вообще, где этот батут-то, в смысле? Куда мы его дели? Я не понял. Ой. А, вот он. Лаганул как раз на этом моменте. Вот он батут. До меня дошло только сейчас, потому что мы собираем и ставим вещи в пиццерию. Я понял. Не, слушайте, нет, я хочу пройти это все. Я хочу это все пройти все-таки. Так, ну давайте дальше, погнали тогда. Пицца. А что за пицца? Там есть Чика. Я не понимаю, что с ней делать. Ладно, мы это потом разберемся когда-нибудь в следующий раз. А давайте пока зайдем в... Вот это что за херня? А, мы сюда зайти не можем. Давай тогда вот это, пират. Здесь, походу, будет Фокси. Капт Фокси. Что за Капт Фокси? А, Капитан Фокси, да, наверное. Капт, это вроде бы сокращенно Капитан. Вроде бы Капитан Фокси, да? Ну, погнали, в общем. Да, это мы опять стрелять будем. Это в первой части у нас еще было. Это было еще первая часть. Короче, это будет клево, мне будет интересно. Погнали. Будем прям большие видео по FNAF 2 делать, потому что иначе никак. А я помню, да. Оп. Здорово, Фокси. Ну, стрелять надо, короче. Вот эти дают, вот это дают. Ну, столько вот дают разные цвета. Так, погнали, все. Мне не страшно сейчас. Если они думают, что они меня сейчас напугали, то нифига подобного. Ладно, немножко страшно. О. Стреляй.
А, я одну пропустил, я одну пропустил. Ладно, ничего. 200 из 200. 200 из 200. Да ты хорош, слушайте. Нет, ну попади, ну попади. Ня! Ладно. Впрочем, разоты эти рекламщики. Мне сейчас только что позвонили, у меня запись камеры отключилась. Ёб твою мать, какие твари. Ненавижу. Они мне запись проруинили. Там я еще пропустил из-за них, короче, херню. Наказать их надо, чат. Давайте найти номера, короче, спам отправлять. Надо уже с этим что-то делать, потому что реально пиздец его. Вот меня сейчас прям взбесило это. Так, ладно. Пока что-то норм, пока работаем. Быстрей, 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 быстрей. Успел, хорош. Так, и сколько у нас? У нас 1000 ровно. У нас ровно 1000, хорош. Темнота опять. Что происходит? Опа. Не понял. Чего? Она не сразу ломалась почему-то. Мила пропустил одну. Ладно, хер с ней. Одну пропустили, ничего бывает. Просто все расстрелял там, походу. Тихо-тихо, давай-давай-давай, оп-оп-оп. Хорош. Хорош! Так можно просто спамить и все. Тогда за пропущенный удар же ничего не дают. Можешь просто спамить и все. Это будет изи победа. Там одна летает. Ладно. Пропустили, пропустили. 2300 счет, понимаете? 2300. Блин, когда это закончится? Есть какие-то звуки страшные. Ну ладно. Мы пропустили целый поезд. Ау, она лагает, она лагает, перестань. О, Фокси, Фокси, Фокси. Чика. Окей. Еще 350. Ну когда это закончится, я уже устал. Все, уже слишком душно, перестань, игра. Все? А, все. Это все, мои эти Фокси, Бараш, какие-то крысы, ежик, Чика. Прикиньте, если это будет не победа. Будет очень грустно и тупо. Ура! 3350, ура, ура! Блин, мы даже до этого не дошли. Ну ладно. Вроде он нас не убивает за это, так что, наверное, это победа, да? Считается же за победу. Или тут вообще побеждать нельзя? Нет, мы сейчас получим. Хоть бы Фокси, давай Фокси, пожалуйста, пожалуйста. Хочу Фокси, 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 Фокси. Ну и нафига? Мне нужен Фокси был. Ладно, наверное, мы его получим, если еще там что-то, там же еще всякие левелы есть, мне кажется, будет клево. И если вы думаете, что на этом сейчас видео закончится, то нифига, я думаю, еще одну катку сыграть или две. Сколько у нас вообще запись идет? Чего? Нести хипа. Алло, куда игра-то делась? Алло, в смысле? У меня игра свернулась.
В общем, у меня сейчас просто все слетело. У меня... Мне пришлось перезагружать комп. Я вообще в ахере. Я вот ненавижу вот этот SteelWool Studios. Просто баганные игры до невозможности. Невозможно. Ну, естественно, причина еще и в моем компе. Вот. Так что, если вы думаете, что ютубером быть хорошо, то... Нет. Это вообще пипец полный. Это столько потраченных нервов. Вы даже не представляете. Не понял. Я же говорю, вот я поэтому и говорил еще в начале, то что она с каждой раз все интереснее и интереснее становится за счет того, что появляются какие-то странные штуки в этой игре. Знаете, намекая на то, что ты приближаешься к какой-то концовке, будто, я не знаю, какой-то секретке. Так, а что мы получили, кстати, вообще? Мы получили пушку, а где она? А-а-а. Еее. Прям на меня смотрю, смотрите. Нога чешется. Извините, она так резко зачесалась. Может, тебе стрельнуть? Короче говоря, я не знаю, зачем я это взял. В общем, погнали. Что у нас тут есть? Что, где мы... Что мы остановились вообще, не понимаю. Так, стаффон это не то. Фаскейт, да, у нас с вами. Фаскейт и вот Файзер Бласт. Это оно? Или нет? Погоди, это не оно. Это не оно. Или оно? Это не оно. Нет, стоп. У нас про пирата Фокси было. Тикет Боуч. Вот, да, вот. Но она еще не открыта, смотрите. Может, нам сразу все пройти надо? Смотрите. Здесь тоже, потому что какая-то странная ошибка, видите? Да. Возможно, нам надо все пройти, и что-то произойдет. Sister Location. А, это где Балора? Фу, ненавижу. Я не понимаю, что там делать вообще. Ticket Boach. Так, ну давайте это, знаете, что пройдем? Pfizer Blast. Или диджей вот это вот. Давай диджей музыка. Ну-ка. Диджей музыка, слушайте. Или нет, надо было не его. Просто могли бы его на превью. Не-не-не, давай не его. Стоп. Это его на следующее видео, чтобы на превью потом поставить, понимаете? Так что давай обратно в хаб лучше, не. Это на следующее видео мы оставим. А так мы пойдем лучше в Pfizer Blast. Вот он, Pfizer Blast и... Не понял. А, играть? Ладно, туториал. Не знаю, просто кнопки play нету, только туториал, но окей. Стрелять, ага. Дредбер, опять ты? Здорово. Походу будет Дредбер. Какой-то барабан. Или крутите барабан, что или что это. И стрелять, короче, какие-то дырки. Не знаю, что это. Или в кнопке. Посмотрим сейчас, разберемся, посмотрим. Не понял, не Дредбер. А, да-да-да, здесь будет Дредбер. Здесь будет Дредбер. Это опять стрельба, серьезно? Здорово. О. Это дает один счет, это, короче, 200. Розовая, запоминаем, розовая 200 счета дает. Так, может, мы уже начнем? Нет. А. Понял. Все. Go. Давай. Дредбер. А он не настоящий, что ли? Так, в смысле, он не настоящий? Я разочарован. Он-то картонка. Я понял. Зеленый. Синий пошли. Фиолетовый. Розовый. Нет! Да! Три тысячи. Ля, прикольно вообще сделано. Попал, хорош. Вы чё? Это я понял, что за игра. Это что-то там Freddy Space, что-то там. То есть какая-то игра еще есть по FNAF оригинальная.
Вот. Только что пролетели просто персы из этой. Чуть фиолету не пропустил, поняли, короче? Хорош! 5574! Все? А, нет, нифига. А! Ага! Понял. Все? Сейчас ты смотришь... Ты чё, твои дети? Приз... один. Я не понял. Чего? А, всё. Посмотрим, чем мы победили. Кстати, не показали, как с Фокси, насколько мы хороши, ну ладно. Ну чё-то у нас точно было лучше, чем у Фокси. Погнали. И... Дреддер? Вот нахера мне ваши пушки сдались, я не понимаю, зачем мне вообще нужны эти ваши пушки. Ладно, пока, ребят, на этом с вами все. С вами был Кастерокот, я потянусь. С вами был Кастерокот, обязательно пока, удачи, пока.